Всем привет! Вы на канале Мужские интересы. С вами Роман. Выбрался сегодня покопать. Сегодня копаю чисто чермет. Выехал не один, выехал с товарищем, с Валиком. Но он по старине пошел, я пошел по чермету. В конце, как бы, так сказать, соревновательный у нас сегодня день. В конце итоги подведем, что нашел он, что найду я. И, ну, так скажем, кто будет выигрыше. Ну, конечно, я, наверное, по деньгам еще. Я-то точно хоть что-то заработаю, а он не знаю. Ну, может, ему повезет, кладуху какую подымет. Ну, ладненько, суть не в том. Вот я вышел, здесь вот, вот он стоял домик, вот, фундамент. Я на днях был здесь, около 200 килограмм поднял железо. Но сегодня решил дальше пойти, вот по деревне. Деревня брошена, так скажем, здесь, видите, домов вообще уже нету. Только сады остались заброшенные. Вот первый мой улов, так скажем. Первый сигнал нормальный. Вот такая от кровати спинка большая, старая, железная. Ну, уже можно сказать, бензин отбил. Дальше копаемся в карман. Как-то так. В общем, не переключайтесь, устраивайтесь поудобнее. Думаю, что-то найдем, что-то покажу. Может быть, будет вам интересно. Часто просите, в комментариях пишите, чтоб снимал и... Чермет как копаю. Ну вот копаю, вот снимаю. Не знаю, что здесь такого интересного найти можно, чтобы снимать и было интересно, но будем копать сегодня чермет. Друзья, для всех любителей приборного поиска у меня есть приятная новость. Магазин «Металлопошук» повышает процент скидки по промокоду моего канала, который вы сейчас видите на своем экране и сможете найти в описании под этим роликом. При покупке или совершении заказа назовите или впишите на сайте магазина промокод моего канала, и вы получите приятную скидку на выбранный вами товар. Купить металлоискатель в Беларуси по лучшей цене вы сможете только в «Металлопошуке». Ну а если же вдруг вы найдете предложение, где можно купить дешевле, то магазин сделает вам еще дешевле. На страницах магазина предоставлена только оригинальная продукция мировых производителей металлоискателей. За годы работы магазин получил очень много положительных отзывов о довольных покупателей. Да я и сам являюсь постоянным клиентом данного магазина. В магазине проходят акции, действует система Trade-in, по которой вы сможете поменять свой старый металлоискатель на новый. В общем, переходите по ссылке и покупайте только лучшее. Походу, зря я сегодня поехал копать. Как бы металла здесь хватает, конечно. Но уже все, руки все отбил. Долбишь, так это ладно, вот я ямку выдолбил, вот оно, железо. А еще с этого вот, как выбить, оно не выбивается вообще. Ой, не знаю, здесь вот сигналит все, вон кирпичи лежат здесь, металла много, ну вот весь, корку выбиваешь и все. Если глубже нету металла, а сверху, то его не достать просто вот. Придется, когда тепло будет, еще раз ехать добирать вот с этих комков. Ну вот дошел до второго дома. Ну вот фундамент. Здесь вот такой на солнышке. Под деревьями, так скажем. Вот пятачок звенит полностью весь. Походу здесь телега вот эта конская стояла, сгнила. Ну и под землей осталась. Вот они, запчасти лезут. Вот уже два колеса. От телеги вот эти типа ступицы, как они там, ну ступичные вот эти механизм, так скажем, полез. Это все от телеги. Ну вот правда достал конек. Вот. А где они здесь на коньках катались? Ну в принципе болото есть. Вот. Ну потихоньку идет. Но здесь звенит все, но глубоковато, но земля мягкая. И плюс и минус, так скажем. Но буду копать, потом покажу. Так, решил сделать перекур. Вроде как небольшую ямку, что здесь 1,5 на 1,5 врылся, но металла вот сколько. Такой сброс, так скажем. 4 колеса было от телеги, всякие вот эти вот втулки, кольца малые. Вот какой-то, ну, уголок какой-то. В общем, немного копанул. Еще вот на такой ямке. И оно сюда вот звенит еще под дерево. Сейчас вот буду раскапывать. Как-то так, копаем. Так, ну пробежался я там. Сколько? 3 дома получается. Много сигналов выкопать невозможно. Замерзшая земля.
Уже под деревьями кое-где не земля, а лед, можно сказать. Ну, немного накопал. Вот, кто не в курсе, ну, в смысле, у кого нету, покупайте волокуши, кто по металлу копает, очень выручает. Вот, по траве, как по снегу идут, легенько нагружаешь, килограмм 40-50 налегке идут. Так бы носить надоело, конечно, тяжело. Ну, пока вот столько. Здесь вот четыре колеса, вот эта спинка от кровати на колесиках, ну, старинная, так скажем, СССРовская. Вот мешок металла, вон мешок металла мелкого. Ну и здесь лежит всякого всего, что подлиннее, что это, или меха там всякое такое, алюминия там немного. Вот. Я думаю, около, навскидку, может, килограмм 150. Маловато, конечно. Сейчас пойду вот в ту сторону еще схожу, в край, потопчусь, потому что напарник еще не скоро дойдет. Сказал, там зацепил домик такой большой, ну, дверку, так скажем, по карте была. Вот, топтался там, говорит, советов немного, николаевских монет нашел, одну серебрушку. Ну, в общем, придет, посмотрим, покажу все, сниму, что он там нашел, ну, и что я. И как бы сделаем выводы, что выгодней. Ну, выгодней, конечно, железо, но для души, конечно, интересны монетки. Ладненько, пойду еще немного покопаю. Так, вот здесь какой-то свинарник, наверное, стоял, или коровник, вот, столбы еще остались. На той стороне, ну, зашел здесь так, металл подбесет, транспортер зацепил. Вот, тяну его. Вон с той ямки еще сигналы идут и идут. Но земля плохо копается, тяжеловато. Но будем копать. Еще хочу вот дойти до болота, успеть, пока валик придет. Вон там все монетки колупает. Так, ну метальчик идет потихоньку. Вот еще одни санки насобирал. Че, включился? Прикол. Ну вот обычно вот эти, да, поилки чугунные такие тяжелые идут. А здесь вот такую нашел. Железная. Такие раньше не встречал. Тоже поилка. Это каких годов? Это, наверное, позже вышло, чем вот та. Ну, кто знает, пишите. Ну, а пока нормалек. Думаю, килограмм 200 будет уже. Сейчас еще немного, и скоро будем собираться домой. Да, забыл показать. Вот еще лом нашел. Кто-то, видно, копал и забыл. Вот. Ну, тоже хорошо. Ну, еще и цепь. Так, нашел вот колесо в сборе. Вот оно разобрал от телеги. Довольно легко все вынялось, все эти спицы, все остальное. Вот осталось два кольца, ну и обод. Только что заезжали комрады, бус какой-то заехал, доехал до меня, посмотрели, что я копаю, развернулись, назад поехали. Ну, а я пока хожу вот возле такого болотца. Так, вот яму эту перешел, здесь вот под столбом, можно сказать, такой сбросик неплохой, вот карданчик, какие-то рессоры, вот такой, сваренная какая-то, это тоже не такая уж тонкая и легкая железка, ну и два ведра. Приятно, буквально минут там за 10 все это выкопал. Вот, идем дальше. Так, ну все, собираемся домой. Вон валик там уже за кустами идет, монет накопал. Ну а я начинаю вывозить то, что вот здесь на окраине накопал. Вот сейчас одни санки полные. Не знаю, килограмм, наверное, под 50 будет. Там мелочи на дне много насыпано. Ну и эти плотно уложены. Сейчас машину затяну и вторые санки сниму. Так, забыл я поснимать, как санки тягаю. В общем, по чермету там немного алюминия. Здесь вот все заложено. Колеса, кровать, два мешка битком. Этот мешок неподъемный. Лом. Эти вот от телеги, как они, торсионные эти вот арматуры. Вон санки, вся такая мясистая мелочь. Здесь уже вон сколько накидал.
Сейчас покажу, что валик накопал вот эти. Так, ну вот результат валика. Пробежался вдоль кустов, вдоль ручья. Вот. Это вот, наверное, даже по КР-у пряжечка. Это резная, непонятно. Сколько монет? 19. 19 монет. Есть довольно красивые. Сохранивают. Это показать вам копейка петровская. Вот. В патинке будет шикарная монетка. Здесь еще одна есть петровская. Вот она. Вижу деньга. Николай II. Вот такая. Тоже сохранчик. Есть. Это одна, вторая, да? Ага. Буратосы, советы. Пуговицы. Ну, тоже результат хороший. Ну, а я сегодня пометал. В общем, всем желаю удачи, крепкого здоровья, ну и до новых встреч, друзья.